Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, организаторы и участники конференции. Разрешите представить работу на тему «Мониторинг процесса консультации врача узкого специалиста в условиях городской поликлиники, перешедшей к работе по принципам бережливого производства». «Бережливая поликлиника» – это совместный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации с Управлением внутренней политики президента, направленный на повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. С 2016 по 2017 год проект «Бережливая поликлиника» представлялся как пилотный проект. Далее, с 2018 по 2019 год являлся приоритетным проектом. На сегодняшний день является федеральным стандартом. С 2019 года Саратовская городская поликлиника номер 17 присоединилась к реализации проекта «Бережливое производство». В этот период на базе поликлиники производилось оснащение поликлиники оборудованием, укомплектование штата сотрудников, а также были рассмотрены задачи по оптимизации работы регистратуры, диагностических кабинетов и кабинетов узких специалистов. На данном слайде представлены цель и задачи исследования. Задачами являлись изучение мнения пациентов о работе поликлиники в новых условиях перехода на бережливое производство путем анкетирования, изучение анализ потоков пациентов в зависимости от цели посещения медицинской организации, провести хронометраж, маршрутизацию потоков пациентов, построить карты процесса, провести анализ рациональности размещения кабинетов узких специалистов поликлиники, а также предложить пути оптимизации маршрутов пациентов, пришедших к узким специалистам. На данном слайде показаны материалы и методы, которые использовались в нашей работе. Так как принцип бережливой поликлиники постоянно совершенствуется, мы провели электронное анкетирование пациентов на базе городской поликлиники номер 17. В проведенном исследовании приняли участие 30 пациентов. Из них 11 мужчин и 19 женщин. Средний возраст составил 55 лет с половиной. Результаты исследования, первый этап. Нами было выяснено, что большинство респондентов посещают поликлинику по поводу конкретного заболевания, что составило 62,3%, и меньшая часть для получения справок и диспансеризации. Оценивая ответы на вопрос «Сколько времени вы готовы тратить на запись на прием к врачу?», на первом месте оказался ответ «Менее 5 минут» – 53,8%, а наименьшая часть пациентов готова ожидать 20-30 минут, что составило 2,2%. При рассмотрении вопроса о времени ожидания в регистратуре основная часть пациентов потратили от 5 до 10 минут, что составило 46,2%, от 10 до 20 минут – 38%, менее 5 минут – 15,5% и от 20 до 30 минут – 7,7%. Легко ли вы нашли помещение регистратуры? Большинство пациентов ответили, что без затруднений нашли путь к регистратуре, и только 7,7% ответили, что возникли трудности. Среди всех опрошенных сложности в поиске кабинетов узких специалистов возникло 38,5%. Радует тот факт, что большинство пациентов не возникло никаких трудностей, что составило 61,5%. Основная часть посетителей довольна расположением регистратуры и кабинетов узких специалистов. Меньшая часть, 46,2%, считает, что расположение кабинетов неудобными. На вопрос, было ли вам комфортно находиться в поликлинике и достаточно ли мест для сидения, ожидая прием специалистов, большинство отметили «да, было комфортно», и лишь 38,5% посчитали, что мест недостаточно. Также отметили необходимость наличия стрелок, указателей, табличек 76,9%, и только 23,1% отметили, что в этом нет необходимости. Исходя из полученных результатов анкетирования, было выяснено, что большинство пациентов тратит значительную часть времени в ожидании кабинета врача, на втором месте в регистратуре, на третьем – запись к приему врачу, на четвертом – в поиске кабинетов и лишь незначительная часть – на лабораторные диагностические исследования. Инструментом бережливого производства является картирование, 5С, Kanban, визуализация. Система 5С – это система, включающая в себя 5 последовательных шагов, направленных на повышение эффективности рабочих процессов и культуры производства. Каждый шаг системы начинается с буквы «С» – сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
Нами был проведен контроль по чек-листам 5С в кабинетах узких специалистов. Было отмечено отсутствие маркировки цвета документов, не отмечены места расположения инструментов, термометров, шпателей. Остальные критерии соответствовали нормам, принципу 5С. Общая оценка составила удовлетворительно. Третьим этапом нашего исследования является маршрутизация и создана карта потока создания ценности. На данном слайде вы можете увидеть маршруты от регистратуры до узких специалистов, включая ожидание кабинета специалистов и на самом приеме. Также на данном слайде представлена карта процесса посещения врача узкого специалиста от момента входа в поликлинику до выхода из поликлиники, считая очереди, также прием на приеме специалиста. Выводы. Изучены мнения пациентов о работе поликлиники в новых условиях бережливого производства. Также специалисты Саратовской городской поликлиники номер 17 соблюдают, поддерживают принципы системы 5С – рационализация рабочего места. Проведены хронометраж и маршрутизация потоков пациентов, направляющихся к узкому специалисту. Также построена карта процесса и проведен анализ рациональности размещения кабинетов узких специалистов в поликлинике. Выяснено, что кабинеты расположены рационально, но часть времени тратится на ожидание в очереди у кабинета врача-специалиста. Предложение. Проведенный в ходе данного научного исследования хронометраж, созданные карты потоков создания ценности, предложенные пути оптимизации маршрутов пациентов, пришедших к узким специалистам, и рекомендации по сокращению времени ожидания кабинета используют для оптимизации Саратовской городской поликлиники номер 17 в повседневной деятельности. Спасибо за внимание. До свидания.